Руслан Вахмир и Владимир Волошин, партнер Аэростар. Я на самом деле сегодня выступлю в роли модератора специально для Степы. Он у нас все-таки спортсмен, много времени тренируется, реже гораздо выступает, поэтому такая сегодня и ваша поддержка, и моя ему, собственно, потребуется в том числе. В прошлом году, сразу просто напомню, с чего начинался Триатлон Юниверсити, буквально ровно год назад, в это же самое время, мы вместе с нашими друзьями из Isle of Running, Isle of Swimming, Триатлон и так далее, начали серию мероприятий, куда приглашали опытных триатлетов, преодолевших десятки триатлонных дистанций, получивших богатый опыт участия в международных соревнованиях, для того, чтобы они могли встретиться с триатлетами, начинающими, более-менее опытными, людьми, которые испытывают определенные амбиции, там, улучшить результат, не знаю, побить собственный рекорд, квалифицироваться на чемпионат мира и так далее. Для того, чтобы люди, которые это уже сделали, смогли до вас донести самую важную, полезную информацию из первых уст. И в канун предстоящего сезона триатлона, чтобы у вас была возможность задать все самые актуальные вопросы, внести корректировки в ваши тренировочные планы, ну и, по сути, там, выполнить ту цель, которую вы поставили в 2017 году. Поэтому я хочу пригласить Степу Вахмина, нашего героя, который сегодня в течение где-то часа-полутора поделится с вами своим личным опытом и расскажет, зачем же любителям нужно тренироваться вместе с профессионалами. Всем привет, и меня зовут Степан, моя фамилия Вахмин. И тоже расскажу про лекторий. Да, это очень классная вещь, потому что когда я начинал, там порядка 80 лет назад заниматься триатлоном, такого не было, и мы реально это делали все на пальцах, на интуиции, и слава богу, я знал английский язык, и я мог читать, да. Вот, потому что сейчас очень много информации на русском языке, но, конечно же, все равно основной поток все-таки идет с Запада. И я расскажу, почему, и расскажу просто свою судьбу, как я это делал. То есть для меня вот эта тема намного более близкая, или эти слова, там железо точит, нежели чем то название, скажем, которое было опубликовано, да, и что я имею в виду здесь, это то, что это действительно тяжелая работа, которая, это каждодневная тяжелая работа, которая обладает определенной последовательностью, и если вы все-таки решили идти на этот путь, то вы должны понимать о том, что для вас в какой-то момент это будет очень сложно, жарко, болезненно и все вещи, которые с этим связаны. Как я сказал, меня зовут Степан Вахмин. Я занимаюсь триатлоном. Я любитель. Ну, я бы, наверное, назвал бы такой профессиональный любитель в большей степени. Я начал заниматься примерно, смотрите, я узнал о триатлоне в 2006 году, где-то год-полтора, наверное, еще болтался и не понимал, нужно ли мне это или нет. Вот, и примерно середина 2007 и уже конец 2007 года я познакомился с группой ребят, которым до сих пор поддерживаю отношения, и такие известные фамилии, как Рома Кривошеев, Михаил Громов, Касик Гапслайц, да, ну и мы начали заниматься. И поэтому, наверное, я бы сказал, что активно или более-менее со смыслом я занимаюсь последние, наверное, лет 6. То есть вот 6 лет до того, как я есть. А до этого я занимался плаванием. Я мастер спорта по плаванию. Причем я выполнил после большой паузы. То есть я бросил плавать, как делают все обычно дети, после того, как заканчивают школу и поступают в университет. И на третьем курсе я все-таки подумал, окей, наверное, мне стоит вернуться, потому что я прозанимался штангой, стал довольно сильный. И действительно, я вернулся в плавание и прозанимался еще 3 года. И я выполнил норматив мастера спорта. Мое самое великое достижение в плавании, это я был 4-й на чемпионате России. Но, как вы знаете, первые 2 едут на чемпионат мира, 3-й едет на какую-нибудь универсиаду, 4-й едет домой. Вот, я всегда ездил домой, и, ну, вот, и
какой-то момент я заканчиваю свой университет и переезжаю уже в Москву. Решение было осознанно, потому что для меня очень было важно всегда понимать то, что я делаю, и понимать, где я буду через какой-то период времени. К сожалению, ну, это, по-моему, до сих пор остается очень низкий поток информации в маленьких городах и очень маленький процент понимания того, что происходит, и желания двигаться дальше. Наверное, была одна из основных идей, почему я все-таки решил сменить место жительства здесь, в Москве. Вот. И, наверное, это была очень правильная идея. И, собственно говоря, это был конец моей профессиональной карьеры как пловца. Потому что здесь уже все невозможно. Если ты снимаешь квартиру, если ты приезжий, то ты обязан много работать. И там уже не о спорте, да, идет речь. Хотя я занимался там, фитнесом, обычный фитнес. И вот здесь как раз очень такой переломный интересный момент был. Тогда это был примерно 2003 год. Тогда никто, я тогда не знал, что такое фитнес вообще. То есть там обучение плаванию детей. Я проработал 5 лет как тренер маленьких детей, тренировал. И у нас не было такого понятия фитнес. Я видел взрослых людей, которые ходят, занимаются, но плавают, девушки плавают как лягушки. И вроде бы как все хотят что-то делать, там парни ходили в зал качаться, и все на этом все. То есть если вы видели кто-то бегает или там плавает, или велосипед крутит, это что-то невероятное такое, да, по-моему, он сумасшедший. Вот, у нас, может быть, кто-то, если занимается бегом, знаете, парень из Хабаровска, не помню, как его зовут, он выигрывал 100-километровые забеги, чемпионат России и так далее. В общем, это такой местный сумасшедший, да, потому что он, это что-то невероятное для маленького города, откуда мы. Вот, и в какой-то момент, я начинаю заниматься любительским плаванием, и... любительское плавание, если кто-то знает, что такое, это плавание мастерс или еще ветераны называется, само название, по-моему, ужасное. Вот. И, как правило, там не совсем о спорте, такая больше тусовка, и тусовка бывалых, да, потому что если вы начали заниматься уже в зрелом возрасте плаванием, у вас не будет шансов. Никогда. Вот. Вы, может, там встанете с чистой случайностью на пьедестал, если вам это интересно, да, на пьедестал чемпионата России, но дальше, это невозможно, потому что это тот вид спорта, когда нужно заниматься с раннего возраста. И чемпионат России обычно это там от 40 довольно-таки, большие и слишком... с большим весом люди, которые очень быстро плавают. Вот. Мне было неинтересно. Правда, я был там 26 лет, но мне правда неинтересно. И я один раз участвовал на чемпионате мира по плаванию, мастерс. Я стал 6-й. Вот. Это было полное разочарование для меня, потому что я все еще чувствовал силы. Я участвовал в чемпионате России в нормальном. И, я плыл там 25 с маленькими копейками, приехав в Сан-Франциско, я проплыл ровно на секунду хуже. И для меня это было просто разочарование, депрессия, и все. Я завязал с этим видом спорта. Как спортивно, или точнее отложил, да. Но в моем случае, тогда на тот момент я работал, я закончил высшую школу экономики. Здесь уже в Москве на вечернем учился. И я закончил с фитнесом и начал работать в офисе, строительная компания, консалтинг. Вот. И в тот момент я понимал, что мне в любом случае нужно заниматься фитнесом или каким-то видом спорта. То есть просто так ходить в зал мне неинтересно. И моя структура такова, что я очень быстро и сильно полнею. То есть, к примеру, там 4 недели я становлюсь на 5 килограмм больше. Год, и за три года работы в офисе я там поправился на 15 килограмм, у меня вылезли все болячки, которые возможны, и я понимал, что-то нужно делать, что-то нужно менять, и как раз, то есть мне очень нравилось кататься на велике,
Но для каждого пловца, особенно кто плавает спринт и с большой массой, всегда проблематично бегать. Вкратце, причина такова, что в течение долгого-долгого периода времени каждому маленькому ребенку пловцу запрещают или нежелательно заниматься видами спорта, связанными с коньками, или там с лыжами, 50-50, потому что должна быть такая эластичная очень стопа, эластичные мышцы, довольно хорошая гибкость, но бег очень сильно закрепощает и дает крепатуру, ту, которая не нужна. Хотя в беге, наоборот, это важно. Важно, чтобы стопа была жесткая, упругая, хорошая амортизация. В плавании же все наоборот, да, это должна быть ласта, мягкая, комфортная. И практически, наверное, для любого пловца это проблема бегать. То есть я принял решение идти в триатлон, и, как я уже говорил, я познакомился с ребятами. Наверное, это одни из таких первых начинателей любительского триатлона в стране. И мы стали заниматься, и если вы читали, может быть, статья на днях вышла, реально я пришел, у меня не было денег, маленькая зарплата, и мне все, ребята сказали: окей, все, бери. И все, я начал. То есть единственное, что мне нужно было купить, эти кроссовки. У меня, кстати, были первые кроссовки мои Adidas, Takumiran. Я нашел где-то на какой-то там великой распродаже, у меня 45-й размер. Вот. И для марафонок это нестандартная такая история, поэтому их продавали очень дешево. И, собственно, мой вход был только покупка обуви. Все остальное у меня было. Это разговор о том, что войти и заниматься триатлоном, заниматься триатлоном это ты можешь на любом уровне, то есть это не важно, сколько ты имеешь денег. Так же, как бегом, да, не обязательно там иметь суперформу там или суперкроссовки. Допустим, эта картинка, да, естественно, бег говорит о том, что вообще можно босиком бегать. И тоже не проблема. Здесь важно желание. У меня было желание, и к чему это привело, я вам расскажу немножко позже. Картинка, это чемпионата мира. Наверное, такой очень амбициозный старт. Не все удалось, но, как сказал мой тренер, окей, ты сделал все, что можно. Я лидировал после плавания, лидировал после велоэтапа, лидировал после первого круга из двух бега. Примерно после 10-12 километра меня выключило, я не слышал ничего. Пелена. Так тоже бывает. Я расскажу потом, но это такая очень интересная история. Вот примерно так выглядят эйдж-групперы, да, такие хорошие эйдж-групперы в Ironman, или в половинках. То есть, по сути, это отличия топовых атлетов нет. В чем здесь фишка? В том, что когда ты начинаешь бороться за секунды, в моем случае, к примеру, последние несколько гонок было так, что мы укладывались втроем призовые места в минуте. Минута, 4 часа работы, в минуте 3 человека. А в чемпионате мира в 3 минутах 13 человек. То есть за последние там была такая горочка небольшая, 400 метров. Примерно я там проиграл 8 мест, наверное. То есть реально борьба идет на там, микросекунды. Это очень сложно объяснить, но... Если вы принимаете решение заниматься, если вы проходите определенный этап, проходите на чемпионат мира, то потом мир немножко меняется. Эта черта между про и любителем, она крайне низкая, она минимальна. Но есть отличие, может быть, знаете, нет отличия? Да. Да, многие об этом говорят, почему ты не переходишь, там называют там разные фамилии, может быть, Ром Парамонов, или там Антон Самохвалов, или много кто. Кстати, Ром Парамонов, да, вот сейчас выступил на соревнованиях в Филиппинах, он проиграл первое место 1 час. То есть, час. Представляете, что такое час? 4 часа гонка, он проигрывает час. Это значит, что он любитель, да? Это значит, что у него нет шансов быть профессионалом никогда. А почему никогда? Когда-то, да? Но
смотрите, какая штука здесь интересная, да, и тоже мы об этом говорим, о том, что, ну, в чем разница все-таки любитель и профессионал, ну, то есть я приведу слова своего друга Антона, Кирилла Кочегарова. Он в одном интервью сказал следующую штуку, которая мне очень понравилась, я записал. Он говорит о следующем, да, что первая разница, которая между профессионалом и любителем, заключается в том, что после того, как вы закончили тренировку, обычно, да, вы идете на работу, профессионал идет домой спать. Вот. Вторая разница в том, что тогда, когда вы едете на тренировку, профессионал в это время спит. Он выходит и сразу идет. Следующая разница, третья, ну, огромная вещь в том, что, как правило, в нашем виде спорта профессионалы, как правило, живут в условиях сбора всегда, ну, круглогодично. Это может быть и холодные страны, как, допустим, Швейцария, там, ну, условно, да, но, как правило, это все-таки больше теплые страны. Вот, ну, мы не можем себе этого позволить. Ну и основная вещь, которую вот я для себя, допустим, рассматриваю, это в том, что когда у тебя стоит выбор между, ну, заработать деньги для семьи и спорт, ты выбираешь семью и работу, нежели чем когда ты профессионал, все на спорт, потому что это и приносит тебе, ну, деньги. Да? И это вот такой огромный психологический такой момент, но опять же повторюсь, что... И любители могут показывать, ну, нереально крутые результаты и переходить в группу про тоже. Потому что вот у меня есть масса ребят, знакомых, ну, обычно это с других стран, которые работают, ну, обычные там, 40 часов в неделю, как, ну, стандарт, да, и которые показывают там нереально какие-то результаты на уровне элиты. Но они принимают решение в какой-то момент все-таки, ну, тот момент наступает, когда ты все-таки пробуешь и живешь полным 100% профессиональной жизнью, или ты все-таки остаешься на уровне и пытаешься прогрессировать. Вот. Ну, а вот в случае, вот том, о котором мы говорили, почему никогда? Ну, потому что есть жизненный период, и это тоже отдельный вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы, там, ну, скажем, пробежать там, марафон за 3 часа. Ну, а нормальному человеку, то есть если он без травм, если, скажем, это мужчина, то, ну, если нет там, возможных ожирений там, или еще что-то, то это обычно от 3-5 лет, да, и а сколько нужно, чтобы пробежать 2-30, ну, где-то 10, может быть, чуть больше. Это возможно, то есть аэробный вид спорта, ну, они там безграничны, да, то есть мы не говорим о топовых результатах там 2-0-2, мы говорим там о 2-30, это первый взрослый разряд, это несложно. Вот, но тут просто нужно говорить о времени, и когда ты уже находишься, скажем, в районе 35, у тебя нет 15 лет, у тебя есть еще 5 до 40, ну, может быть, чуть больше, все. А если первый марафон просто взял и побежал? Ну, вот я могу пример привести, ну, насколько я это знаю, в Кении примерно история следующая. Дети маленькие, ну, там, дети или там пастухи, кто там, они бегают по 10, по 15, по 20 километров каждый день, ну, кто-то в школу, кто-то там за булкой хлеба и так далее. Приезжают покупатели, начинают, ну, говорят, окей, вы можете отобраться в команду, если вы не бежите там в районе 2.13, 2.15, вы нам не нужны. У них так. Я предлагаю вопросы копить. Мы в конце все-таки зададим. Будет... То есть, если вы не бежите 2.15 для Кении, вообще разговора быть не может. Позволь тебе в копилку еще одну четвертую добавить разницу любителя и профессионала. У меня был замечательный разговор с профессиональным спортивным психологом, который готовит наших марафонцев и в том числе ходоков на там, 50 километров. Я ему тоже задал вопрос, говорю, в чем же разница между любителем и профессионалом? Он говорит, знаешь, в том, чем занята его голова в процессе. У любителя всегда есть возможность подумать о семье, о мандаринах, зачем я это делаю, о родственниках, о коллегах, кто плохой, кто хороший. В общем, голова занята разной ерундой. У профессионала каждая секунда – это план, который он реализует, исходя и опираясь на тот тренировочный процесс, который был. Поэтому у него нет возможности подумать ни о жене, ни о собаках, ни о ком. Он работает на результат, он работает на доли секунды, чтобы знать, куда ногу поставить, руку, как вложить, как крутануть, сколько ватт выжать.
и как отработать каждый сантиметр. Вот, собственно, еще один вариант тебе в копилку. Такая очень спорная история. В принципе, да, конечно. То есть, так и есть. Окей. А немного о моем проекте, который мы организовали в этом году. Это проект 840. Многие из моих там знакомых, друзей говорят: слушай, это какая-то ерунда. Это та история, которая очень сильно меня смотивировала. И я понимаю, что это сделать возможно, это реально, но это будет крайне сложно. Да? Но в моем случае я долго думал, как с чем это сравнить. Мое сравнение такое: вы читаете книгу, где 100 листов, каждую книгу вы читаете там минуту. Да, вы понимаете, что через 120 минут вы прочитаете книгу. Вот примерно моя история такая. Но тогда, когда вы читаете, вас могут отвлекать какие-то факторы разные. Да? То есть я читаю свою книгу на 8.40, но там есть небольшой запас, но вот. И я надеюсь, что это... То, что я сейчас делаю, очень сильно, на самом деле, очень похоже на то, что ты говоришь, потому что концентрация очень серьезная, и, наверное, мыслями, да, я все-таки шагнул в сторону про, и в том числе и название этой лекции по этой причине, да, почему я пошел дальше, почему все-таки я стал заниматься с тем, с кем я занимаюсь, и как это меня закаляет. Можешь объяснить, почему 840? Очень просто, потому что 8.42 – это сейчас, на данный момент, рекорд России длинной дистанции, установленный Егором Виноградовым в прошлом году на Ironman Барселоны. Вот, и я решил: окей, это очень круто смотрится, 8.40. Почему бы мне это не сделать? Вот. Но эта идея в том, чтобы установить рекорд России, одновременно с этим, конечно же, это очень такой большой, я думаю, сейчас на данный момент социальный проект, когда привлекается очень много внимания к этому. Очень много внимания и так уже к популярному виду спорта триатлон. Вот, и моя задача увеличить это внимание, да, отдать какую-то надежду или тем ребятам, кто в этом виде спорта уже, или кто собирается прийти в этот вид спорта, что реально все возможно, показывать уровень там очень хороших результатов возможно. Это требует времени, это требует определенных затрат, усилий, внимания, но это возможно. Вот, наверное, основная из идей дополнительных, помимо того, чтобы выполнить это время, в том числе и такая социальная ответственность небольшая. А, вы знаете, у меня, кстати, рекорд был 5 лет назад, 10.05. Но это первый мой Ironman. Если Ironman делали 5 лет назад, то это были хуже результаты первого? Хороший вопрос. У меня был первый Ironman, потому что тогда это было круто сделать, я его сделал. Это была Швейцария. Швейцария довольно тяжелая гонка. Вот, и потом у меня была череда... Но череда таких событий, которые... То есть у меня было 3 схода с других Ironman'ов. Вот. Они были обусловлены... Первые 2 были обусловлены травмой, которую я получил. Я ломал ногу себе. Но это такая из разряда смесь неосторожности и... Это называется, по-моему, усталость. Накопленные усталости. То есть был интересный момент очень. Я стал 2-й в Абу-Даби. И через 2 недели, я полон сил, все, я заряжен на сезон, у меня регистрация на Клагенфурт. Я думаю, все, сейчас у меня будет там, не знаю, 8.30. И на тренировке я просто подворачиваю ногу, и она ломается. И это был такой, для меня это был очень яркий сигнал о том, что окей, что-то не то, да, что-то происходит, то есть... И в тот момент, я уже разговаривал со своим тренером, я с ним уже был знаком, но в тот момент я понял, что точно, все. Потому что, одна из основных проблем, которую я уже вижу как тренер, в том, что люди готовы делать очень много. Но, как правило, у меня в большинстве моих случаев, когда я начинаю занятия, когда я начинаю работать с людьми, я их останавливаю, да, я их, ну, то есть я их учу отдыхать, как бы это ни было смешно.
Вот, потому что люди не умеют отдыхать, люди не, ну, это сложно, сложно понять, когда ты едешь, допустим, ну, куда-то на отдых, ну, дай бог, там, в теплую страну, и ничего не делаешь, да, там, скажем, ты, у тебя велосипед, ты сейчас будешь ездить по 100 километров, по 200 километров, а это делать нельзя. Ну, то есть есть определенные ну, методы, да, там, от простого к сложному, от постепенной наращивания нагрузки и так далее. Если вы не занимались и потом приехали на отдых и начали заниматься там по 10 часов в сутки, это неправильно. Это приводит к плачевным последствиям. Затронул тему тренерства. Может быть, тоже расскажешь, как и с кем лучше тренироваться? Угу. Очень хорошая идея, но очень хороший вопрос. То есть, когда... Опять же, когда мы начинали, ну, те же 8 лет назад, я познакомился одновременно с нашей сборной, и они меня пригласили, я с ними занимался. Это сборная Москвы, но одна одновременно была и сборная России, это вот Брюханков, Полянский, вот эти ребята. Вот, но интересно, что там тренеры, знаете, может быть, Генералова или Фетисов, ну, такие очень известные, ну, очень хорошие люди. Но их подход, он очень спортивный. То есть на тот момент, и скорее всего всем сидящим в зале, в том числе и мне, не нужен такой подход. И я думаю, что тренер должен смотреть на это как спортивный фитнес. Все-таки это фитнес, это здоровье, это там, активное долголетие. Ну, какие-то вот такие вещи, которые связаны с хорошим самочувствием и так далее, нежели чем спорт. Ну, ни для кого это не может быть спортом, ну, в том числе для топовых атлетов, ну, я имею в виду любителей, в том числе, допустим, там, Рома Парамонов, если он час проигрывает профессионалу, ну, какой это спорт у него, да? Это спорт, но спортивный фитнес, окей. Вот, и поэтому я думаю, что тренер в первую очередь должен смотреть на это как фитнес, как разнообразный, очень интересный фитнес. Фитнес Ironman. Да, да. Ну, фитнес Ironman несложно сделать, ну правда несложно сделать. Но смотрите, вам, чтобы сделать Ironman, вам нужно просто проплыть 4 километра. И это может быть ваша первая тренировка. Если вы умеете плавать, если вы умеете плавать, это не проблема, правда. Мой знакомый Леонид Богуславский, как-то, ну, мы с ним занимались, мы начали с ним заниматься, и он приходит ко мне и говорит: Степан, слушай, я на спине плыву намного быстрее, ну, вы знаете, наверное, историю, намного быстрее, чем на груди, а мы с ним учились плавать кролем. Я ему говорю: ну-ка, Леонид, показывайте, а мы были в Австрии. Он раз там гребет, и говорит: не, давайте так помедленнее, и все, и с тех пор он стал плавать на спине, да, то есть, ну, к чему я это хочу сказать, о том, что если вы умеете плавать, то проплыть в течение часа не будет большой проблемой. Если вы не умеете плавать, то тогда будет проблемой, конечно же. Но здесь же мы говорим про Ironman, и 17 часов это тоже про Ironman. Вот. Вторая огромная задача, но это мы уже там следующие слайды берем. Может быть, с этим закончим? Да. И потом перейдем на... Давай сейчас закончим. Тогда вторая огромная проблема – это насидеть пятую точку. То есть вы должны уметь долго сидеть. Вот правда, вот, ну, не ерзать на стуле, там, ну, вот, да, просто сесть, вот, и, ну, и крутить в это время, и рулить, и крутить, то есть это реально сложно, ну, для меня, вот сейчас вот мы были на сборе, ездили, ну, это правда проблема, у меня товарищ спрашивает, почему ты из 3 часов час стоял, ну, то есть стоя крутил, я говорю, я не могу сесть, мне больно, ну, то есть, ну, Ironman это не только там, это железный... Да? Да, да. Ну и вот, и следующий момент, ну, бег, вам не надо бежать, вам нужно просто быстро идти. У меня был очень хороший случай, мой второй Ironman в Африке, мне было очень плохо, ну, прям, правда, очень плохо. И в какой-то момент меня догоняет пешеход, такой быстрый-быстрый. Вот. То есть... Ну, там какая была история? Я бежал, там 2-3 километра до пункта питания, останавливался, пил, ел, опускался в холодную воду, набирал льда. А тот мужик просто, он шел, брал воду и дальше шел. Вот, то есть я его обгоняю один круг, то есть я примерно с ним бежал, ну, порядка там 15 километров.
То есть 5 пунктов питания. И он, по-моему, так и убежал от меня. То есть, ну, еще раз, если мы говорим пройти Ironman, то его можно пройти. Но нормальный шаг – это 6 километров в минут, 6 километров в час. Ну вот, посчитайте, да. Ну, чуть-чуть будет быстрее будете идти, будет вам за 7 часов вы можете его пройти. Собственно. Да? Да. Я думаю, что ты просто успокоил некоторых людей, которые готовятся в этом году на Ironman, но если вдруг у кого-то есть цель, не знаю, там 11-10 часов, то, конечно, это неприменимо. Это неприменимо, да. Считается 17 часов. 17 часов, в России 16 часов. И многие очень люди, кто делает 17 часов, они рассчитывают время, потому что последнего, как правило, встречают первые. Это такой, это часто это салют. Это не позор, правда. Все встают и хлопают. Это очень круто, правда. Я подтверждаю слова Степы. Это очень здорово. В 2011 году я был на чемпионате мира на Гавайях, и там всех призывали, кто финишировал раньше 15 часов, прийти на финиш, потому что последние 2 часа, 16-17 час, это было самое крутое феерическое событие, которое можно было наблюдать. Это пришли тысячи болельщиков и участников, и ведущий разгонял всю эту аудиторию, потому что нужно было поддержать всех тех, кто финиширует, вот им тяжелее всего. Они находились на дистанции 15-16-17 часов, и это, как правило, люди в категории там, 60 лет плюс или паралимпийцы, и, соответственно, это была такая сильнейшая эмоциональная поддержка. А на финише встречали чемпиона. Он и она, победители, которые награждали эти медали. Получается, если бы ты хотел получить медаль из рук чемпиона, тебе как раз надо заходить в последние 2 часа. Ну, в общем, подведя итог, да, если вы занимаетесь, если вы планируете, то вы сделаете 100% быстрее. Если вы решили сделать это с кондачка, с дивана, то, скорее всего, вы это не пройдете. Поэтому, вот, то есть это такая история, которая требует заниматься этим, ну, требует время. Анечка, можно просто тогда мы вопрос чуть-чуть запаркуем, прям вот в конец? Ты затронул тему плавания. Давай тогда постепенно вот пойдем, и ты расскажешь про какие-то вещи, которые могут... Давайте я закончу по поводу тренеров, да? Смотрите, первое, если вы начинаете там первые 2-3 года, на мой взгляд, лучше не брать Ironman, ну, то есть длинную дистанцию. Взять какую-то короткую, это или спринт, или олимпийку, или на самом деле половинку. В принципе, разные варианты есть, да? Идеальный вариант, если это будет опытный тренер, который сам прошел, ну, в нашем случае в России, скорее всего, который сам прошел длинную дистанцию и понимает то, о чем есть. Кроме того, если вы все-таки хотите перформанс, да, то, ну, какой-то очень хороший результат, то тогда смотрите, чтобы у этого тренера были очень хорошие ученики. То есть на самом деле то, что делает сам тренер, не совсем вяжется, и во всем мире смотрится, кто у него тренируется, какие результаты у этого тренера, не сами лично. То есть сам лично, вот я там познакомился с Томасом, там он 3 раза выиграл чемпионат мира, но как тренер он никакой, ну то есть, ну вообще, ну он 3-кратный чемпион мира. Вот, это очень важный момент. А то же самое для длинных тренировок, особенно новичкам, я бы рекомендовал таких опытных ребят, там первый год-два, которые вам, ну, там бесплатно подскажут, даже возможно неправильно, да, но все равно подскажут, и вам будет интересно, технику бега, технику плавания, технику велу. Ну и вам просто будет интересно. Опять же, если мы говорим о фитнесе, то это очень важный момент. Да. Постоянство занятий в группах или же с друзьями. Ну это такое очень, очень хорошее такое комьюнити, очень интересно становится. Вот. Плавание, ну, то есть для меня это самый хороший этап. Вот, у меня никогда не бывает проблем с плаванием, ну, бывает иногда проблемы с плаванием, но, как правило, я стараюсь выбрать те старты, где масс-старт, где тяжелое плавание, желательно с большими волнами и с гидриками. В этом случае я могу много очень выиграть. К примеру, на нашем первом Ironman, опять же, с тем же Ромом Парамоном, я у него выиграл 40 минут в плавании.
То есть мы вышли из воды, 40 минут он отставал. Но ты пловец, а он велосипедист. Да, а история была такова, да, что мы так вместе с ним встали, вместе. Вот я говорю: «Рома, ты что здесь делаешь?» Он такой: «Да ладно, нормально, сейчас все пойдет». Ну и вот, его все... Ну я проплыл за 50 минут, а он за час 30. 6 километров? Да. Наверное, очень важно здесь сказать все-таки, если вы выходите первый раз на старт, и вы, это масс-старт, и вы неопытный пловец, то не занимайте, пожалуйста, первый ряд. Да. Да, лучше отпустить людей, иначе вы будете затоптаны, вас побьют, вы окажетесь под каким-нибудь вторым слоем пловцов профессиональных. Это действительно часто происходит. И дальше, ну что, сбили дыхание, пошло. Ну, сейчас, на самом деле, масс-старта очень редко используется, ну, да. Все реже и реже, но все равно, даже если это роллинг-старт или старт по группам, но если вы видите, что ну, вы не уверены в своих силах, лучше чуть-чуть отпустить. 5-10 секунд этого достаточно. Этого достаточно, и будете уже нормально плыть. Вот, это... Там какая-то очень сложная вода была? Нет, там было озеро, но 3000 человек одновременно стартануло. Ну, они там, там смотрите, вот так прямо, и потом поворот, и все через 400 метров все сузились в одну дырку. И там такой бой был просто. Ну, я потом уже на видео видел. То есть, если вы хороший пловец, то, пожалуйста, легко. Очень важный момент, но плавание, то есть это не сложно, это самый легкий этап, и плыть нужно довольно быстро, но легко. Вы не должны устать, вы должны чувствовать себя очень комфортно во время плавания. Иначе потом не получится реализовать там, сильнейшие стороны, или будет крайне сложно плыть. Потому что, скажем, ну, получив там... не знаю, там, дернут очки или получив в глаз, потом будет проблема, это еще там сколько-то часов, да, ну, скажем, 12-14 часов ехать с фингалом, ну, это крайне большая проблема. Вот, поэтому спокойно, легко, комфортно начинается этап, и то есть так, как вы начнете плавание, будет и потом вся гонка. Можно ли отыграть какое-то время, потом уже на других этапах, более длинных, если ты здесь спокойно проплыл? Ну да, вот допустим, для уровня любителя, ну Ромок отыграл и выиграл меня потом 5 минут потом в общей сложности. Вот, на уровне профессионала это практически невозможно. Вот мы можем видеть там Себастьян Кинли, который проигрывает 4 минуты в плавании. Ну это такой очень человек, очень одаренный с точки зрения велосипедного спорта. И он на велосипедном спорте во время велогонки он догоняет. Но он очень много работает на плавании, и возможно, в олимпийках это невозможно, потому что едут группа, они все сразу уезжают, и все, это невозможно. То есть в любительском виде спорта плавание не очень важная дисциплина с точки зрения времени, потому что если вы потеряете на плавании, ну скажем, там, 5 минут проплывете вместо 1:05, 1:10, это не так важно. Ну, это не так важно. Не критично. Ну, на длинной дистанции. Ну, даже на самом деле, даже на любой дистанции. Ну, то есть, ну, представьте, что вы плывете там 40 и 45 минут на половинке. Ну, будет у вас там, ну, если вы плывете 40 минут, скорее всего, у вас будет там 5:10 или 5:15. Ну, то есть, не критично, да. 5 минут для 2 километров, это очень большая разница. Ну, это типа там на 100 метров сколько секунд? 15, наверное, разница. Если вы боретесь за призовые места, то имеет значение. Если вы не боретесь за призовые места, то будет для вас... Смотрите, ну, то есть моя философия следующая. Соревнование – это праздник, да, своего рода. То есть вы занимаетесь, вы занимаетесь там спортивным фитнесом, вы улучшаете свое здоровье, вы улучшаете свое самочувствие, вы улучшаете свое там, не знаю, какие-то, ну, что-то вы делаете очень, ну, вы занимаетесь этим большим количеством времени. И потом вы приходите на соревнования, вот, и если у нас не имеется, то есть, и даже если на самом деле вы хотите победить, то вы должны прийти как на тот момент, когда вы получаете от этого удовольствие, вы готовы к этому, да. Ну, вот тоже тут недавно сравнивал, как с праздником, да, вы там наряжаетесь, украшаете елку, там печете, там все. Соревнование – это в тот момент, когда вы сели за стол и подняли первый фужер, да. То есть, ну,
окей, вы думаете о том, что как вы там что делали? Нет, ну вы просто там отдыхаете, да, общаетесь. Вот примерно такая же история, на мой взгляд, со спортом. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, связанные с плаванием, которые ты можешь дать нашим гостям? Да, ну вот первые, не вставайте в первую линию, вставайте где-нибудь в третью, в четвертую линию, если вы плывете нормально. Потому что быстрые уплывут, медленные останутся сзади. Ну там четвертая, пятая линия будет окей. Если вы совсем тяжело плывете, то вставайте в конец, даже не думайте об этом. Вот. Вот здесь вот, допустим, ребята в гидрокостюме плавают. Я считаю, мое личное мнение, что гидрокостюм нужно, в нем нужно плавать много, чтобы плавать в нем хорошо. Почему? Потому что движение в гидрокостюме совершенно другое. Ну, оно схоже, но оно плавучесть увеличивается. Одновременно с этим появляется определенная крепатура в области плеч. Вот. И меняется техника движения, меняется само движение, механика движения, соответственно, немножко по-другому начинают мышцы работать. То есть это тоже требует тренировки. И в том числе самое интересное, что вы должны несколько, ну, я делаю 5 раз, да, считаю 4-5 раз комфортно. Тогда, когда вы полностью во всей одежде, той, которую вы собираетесь стартануть, там, ну, что вы под низ одеваете, вот все-все-все одеть, в том числе и датчик, и проплавать всю тренировку, и неважно, какая тренировка, вот резки скоростные, или же это длинное плавание, ну, неважно, это не имеет значения, но вы должны... Да, да. То есть многие говорят о том, что я испорчу гидрокостюм, окей. Блин, ну, там любая поездка за границу, она стоит каких-то нереальных денег. Ну да. Ну вот, ну не знаю, 5 раз, как пальцев на руке. Мы сейчас с тобой говорили о плавании, да, важный элемент, и вопрос зашел там, плюс 5-10 минут и так далее. У меня был однажды опыт в Цюрихе, когда я увидел в протоколе парня, который проплыл быстрее, чем я, но у него результат был финальный, кошмарный. Первую транзитку он провел в ней 1.5 часа. Что-то произошло. То есть мы можем бороться на водном этапе, почувствовать себя плохо и просто не быть способными выйти на следующий этап. Поэтому в целом, вот когда мы говорим там триатлон, Степа однажды уже тоже об этом упоминал, это один вид спорта. Его нельзя делить. И вот можешь ли нам в следующем как раз рассказать именно про транзитку и что с этим связано? Транзит – это тот самый переход с одной линии на другую линию, ну, в том числе с плавания на бег. Если вы, опять же, да, если вы готовы, если вы практиковали, это, конечно же, нельзя терять ни секунды, ни минуты. Если же вы готовы потерять одну минуту и считаете, что это нормально, то для этого, ну, то это намного лучше. То есть вот здесь вот я бегу, к примеру, да, но я всем ребятам говорю следующее. Не надо бежать, идите пешком, идите шагом. Зачем? Ну, то есть ты потеряешь 30 секунд, дойдя там, даже если это длинная транзитка, ну хорошо, там трусцой, да, но не имеет смысла быстрого бега. Это первое. Второе, конечно же, вы, придя на соревнования, вы должны все это уже отработать, опять же, те же 5 раз, да, как вы сели, последовательность, то есть, ну, должен быть определенный алгоритм, механизм тот, который, ну, последовательность, очень важно. Ну и самое важное, тогда, когда вы взяли велосипед, не теряйте голову, да, вы велосипед, у вас там шлем на голове, все, у вас уже мысли потерялись, то есть вот это тоже очень важно, не надо здесь бежать, спокойно вышли, отошли в сторону, сели и поехали, потому что вот как раз вот этот момент, тогда, когда выход от транзита до сел на велосипеде и поехал, вот в этом моменте происходят самые такие важные происшествия, ну даже можно назвать это факапы, да, когда там слетают бутылки с водой или там оторвал сумку с гелями. Ну, представьте, что там вылетело 2 бутылки с водой, да, а следующее там когда там будет. А если ты промерил там каждое, ну, количество углеводов, которые тебе нужно принять. Ну, то есть, знаете, когда ногу перекидываешь, а сзади такие бутылки стоят. Вот крайне часто вылетают. Вот, и опять же, кто торопится, потом налетает на эту бутылку, падает. Ну, то есть очень спокойно, все, не надо никуда торопиться. Потеряв здесь 1 минуту, все будет окей, там дальше ты ее нагонишь, нежели чем, если ты не уверен в этих силах, прыгать на велосипед, как делают-то профессионалы, и
У меня по моих по несколько гонок было, я прыгаю на велосипед, у меня опускается седло вот так. 90 километров ты едешь седлом вот так. Ну, тоже не очень такая прикольная вещь. То есть я сейчас, ну, спокойно сажусь, то есть я, ну, вот, как делают все нормальные люди, перешагиваю, сажусь и еду, то есть, да. Я понимаю, что у меня есть, я в конце, скорее всего, буду бороться за секунды, но я все равно делаю это спокойно. То есть и вам это, вам советую, не делать последовательно, делать спокойно. То, что я вы делали. Я с тобой соглашусь, потому что сам лично на всех наших соревнованиях нахожусь в том числе и в транзитной зоне, когда мы помогаем нашим участникам, одевшим шлем задом наперед, или, например, там у него не бежит, у него до сих пор на руле номер, или, например, он уже бежит, но потерял половину своей еды, которая была примотана неаккуратно. Это общем, очень конечно, смешно. Да, ну там действительно, то есть. И все, бананы, бутерброды, такой запас хорошей еды, это все сыпется. Почему? Потому что это было прикреплено в спокойном состоянии, а дальше у тебя начинается тряска. И здесь абсолютно соглашусь, если у вас план не только финишировать, но показать хороший результат, есть опасные моменты, которые надо проходить мега аккуратно. И вот этот момент, связанный с выходом из транзитной зоны, там больше всего происходит падение, если человек спешит куда-то, не надо. Вышел, сел, уехал спокойно, и потом уже начал там заниматься какими-то вещами с тем, чтобы покушать, попить и продолжить движение. Вело. Угу. Вело, мы уже говорили об этом, что в длинной дистанции, да и в короткой дистанции очень важная часть это железный зад. Вот, и чем больше вы накатаете, тем будет лучше. То есть, чем спокойнее вы будете владеть велосипедом, и чем лучше вы будете владеть велосипедом, тем вам будет комфортнее на этапе. И тогда, когда вам, если вы занимаетесь тренером, я знаю, что здесь вот есть Alive Cycling, и когда вам говорят, что давайте там проедем мимо бутылочек, там на одной ноге держаться там куда-то, это не просто так, это потом поможет в координации, очень важный момент. У меня есть один знакомый, который уже ездил очень-очень быстро, реально очень быстро, но который все еще не мог взять бутылку с водой. Ну вот и развитие координационных способностей должно быть с развитием физической силы и в данном случае скорости. Здесь вот шоссейный велосипед, и тоже очень хороший вопрос, опять же, о стоимости, можно ли делать Ironman на шоссейном велосипеде? Да, конечно, можно, а в чем проблема? То есть, если вам удобно и комфортно, то пусть будет шоссейный велосипед, нежели чем вы будете лежать там в аэробной позиции, и вы будете рисковать там своей жизнью, потому что это такая штука, когда ты лежишь на велосипеде, ты по сути не видишь ничего впереди. То есть это вот такое положение в течение там, в моем случае, двух с небольшим часов. Вот, такой же следующий этап. Но опять же, еще, если вы на пороге первого своего длинной дистанции, шоссейный велосипед – лучший выбор. Или другими словами, то, что вам комфортно и удобно. Okay? В одном из материалов я у тебя видел процентовку, да, плавание, велобег и важность вот этого этапа именно в предтренировочном периоде для того, чтобы спокойно преодолеть свой спринт, полужелезную или альпийскую, или железную дистанцию. Можешь тут немного поделиться здесь вещами, насколько важно там уделять этому во время тренировок, там, определенные часы и время километров? Давайте, наверное, на мой взгляд, на мой личный взгляд, да, что велосипед, наверное, один из основных, или точнее, один из важнейших элементов, влияющих на скорость преодоления дистанции. То есть, если вы хотите быстрое время, и у вас слабый велосипед, ничего не получится. Вот, потому что велосипед закладывает и скорость бега в том числе тоже. Если вы переработаете на велосипеде, потом, скорее всего, даже если вы очень хороший бегун, вы не побежите. Очень важный такой этап. Велосипед должен быть настолько сильный, настолько легкий и комфортный, я имею в виду с точки зрения развития физических качеств, что вы потом спокойно могли бежать. Поэтому мы закладываем огромное количество велосипедной работы, огромное количество. Если мы говорим о каких-то коротких дистанциях, да, опять же, сейчас практически все игроки, которые проводят соревнования, стали делать это все-таки разделку, как индивидуальная гонка.
И в этом случае все равно у вас должен быть сильный велосипед, как ни крути. Если это группа, то, что мы видим сейчас у олимпийцев наших, они крайне плохо едут, ну вот прям плохо едут. Вываливать там с 10-го колеса, ну, 10-м, когда ты едешь, это примерно 20-30% у тебя твоей мощности ниже, то есть, и наши ребята, ну, не могут ехать даже с таким расчетом. Ну, это вот совсем уже из ряда вон выходящее. То есть велосипед должен, если вы хотите победить, велосипед должен быть идеальный. Если вы хотите хорошо проехать, велосипедная часть должна быть очень хорошая. Вот, если вы хотите просто финишировать, тогда нужно иметь железный зад. Есть ли какой-то лайфхак, связанный с тем, как распределить силы и подойти к бегу в хорошем состоянии? Ну, то есть вот сейчас то, что я вам скажу, это в принципе на вот, то есть поначалу и на самом деле сейчас я всегда примерно силы распределяю так. То есть я всегда начинаю легко и свободно, ну, практически всегда. И на велосипеде примерно я стараюсь ждать, то есть я жду примерно 20-30 минута, хотя я могу ехать быстро уже, но я жду, потому что для меня очень важно, ну, то есть я довольно крупный для триатлета, и для меня очень важно, чтобы полностью организм включился, чтобы я почувствовал движение. Но вот у меня есть такая история, что 20 минут я не имею права ехать мощно и сильно. То есть, ну, вот все, нельзя. Да. Нет, я не контролирую себя по пульсу. Я считаю, что это не нужно. Ну, это потом расскажу, если задать, видите. Вот. Ну да, в принципе, я себе знаю, да, упал, хватит. Не-не-не, это. Смотрите, почему 20 минут, да, первых? То есть после плавания, ну, из горизонтального положения вы переходите в вертикальное положение. Как правило, у всех очень затрудненное дыхание. Связано там с многими физиологическими процессами, ну, просто хотя бы, чтобы, ну, кровь по-другому начинает работать, да? Вот, и для меня лично нужно вот это количество времени для того, чтобы я перестроился на работу. На самом деле в беге примерно то же самое, половинки, где-то примерно 5-6 километр, ну, я себя держу, то есть я понимаю, что, ну, я не имею права бежать быстро. В плавании примерно то же самое, но в плавании поменьше. В моем случае это где-то 400-600 метров, то есть это вот всегда очень спокойно. И дальше идет уже все, то есть ты включаешься, или, ну, на моем опыте я включаюсь, я начинаю работать. И здесь вот, если вы не знаете, как это делать, то лучше пусть это будет спокойнее, да, то есть вы сами вработаетесь, почувствуете движение. И начинайте понемножку прибавлять. Вот это вот, ну, формула прогрессии, когда ты потихоньку прибавляешь. В какой-то момент, если вы тренировались хорошо, вы почувствуете, что вы задыхаетесь, да, или вам становится тяжело. Если вы почувствовали, что вам становится тяжело на длинной дистанции, на половинке, на велосипеде, и неважно какой это километр, то вам будет реально очень тяжело потом бежать, ну, если мы говорим про велосипед. Если вы чувствуете, что тяжело, ну, скажем, на беге там в половинке, на, ну, грубо там, на 16-м километре, окей, нормально, ну, то есть ничего страшного, осталась всего пятерочка, да, пятерочка там, ну, по 5 минут даже, да, это 25 минут, ну, то есть можно потерпеть, понимаете, да, о чем я говорю, что чувствуете тяжело вниз, ну, нет шансов, ну, не надо, зачем, какой смысл? И вот это вот ощущение, оно всегда, ну, оно, в принципе, меня никогда не обманывает, то есть я понимаю, что, окей, тяжело, сбавь, нормально работает, тяжело, сбавь, нормально работает. И вот это вот всегда в балансе. То есть, опять же, отличие от любителей, от профессионалов, тяжело — сиди в группе, терпи, да. Ну, возможно, переваришь, не переваришь, ну, вот все. Любители так не делают, ну, то есть любители, как правило, так не делают, не имеет смысла делать, потому что более ровно проходит дистанцию. Вот, и если про велосипед, ну, в конце можно прибавить чуть-чуть, если вы уверены в этом этапе. Но, на мой взгляд, не обязательно, да, потому что если вы чувствуете, что вам нормально и комфортно, закончите нормально и комфортно, у вас еще бег впереди. Даже скажем, спринт, там, 5 километров бежать, это тоже немало, если бежать быстро. Да, ну, это очень приличная дистанция, если бежать быстро. Можно умереть. Когда ты заканчиваешь велоэтап, у тебя остаются силы, ты чувствуешь, должен чувствовать себя хорошо? Здесь очень, для меня очень важный момент ментальности или ощущения. То есть я в
любой человек устанет, любой человек устанет. Но в моем случае, то есть я замечал, что если я ментально расслаблен, да, то есть я в игре, да, окей, то все будет нормально. Если я понимаю, что я, то есть если мои мысли о том, что тяжело, то все, ну то есть вот, ну Франкфурт был примерно такой, да, то есть, ну у меня был Ironman Франкфурт, длинная дистанция, там было очень жарко, ну знаете, может несколько лет назад, да, такая из разряда слишком большой температуры. Ну вот примерно после 140-го километра, ну стало очень плохо, то есть плохо как, то есть я еду, начинаю вилять, понимаю, что у меня опущена голова вниз, и я не вижу, что впереди, я не помню, когда я опустил голову. Ну то есть тепловой удар называется. Вот, и там 140-й, 160-й километр, 170-й километр, и там примерно за 10 километров там есть такой небольшой подъем. И, ну, то есть я не мог встать на ногах, да, то есть я встаю и падаю, но ноги не держат. Ну, прям явные признаки теплового удара. И вот здесь, в принципе, можно было дальше продолжить, но психологически ты понимаешь, что все, ты подавлен, да. Я думаю, что, в принципе, тело готово было идти дальше, но, ну, все. И для меня, еще раз повторю, важно, чтобы я был, в игре, да, из разряда охотника, да, то есть я готов, то есть, да, я соревнуюсь. Опять же, да, если там я понимаю, что мои оппоненты, с которыми я соревнуюсь, далеко-далеко впереди меня, ну, это тоже очень сильно, очень тяжело. Но не надо бросать, да, нужно продолжать, потому что еще очень много впереди, и даже если в вашем случае или в моем случае вы понимаете, что вы там проигрываете, если вы с кем-то соревнуетесь, а это не очень хорошо, вы проигрываете там какое-то время, это не значит, что этого человека не вырубит через 5 минут. Но... Всегда может быть кому-то хуже, чем тебе. Прежде чем мы к бегу перейдем, Стёп, вот про важную вещь, да, про дело ты заговорил и про подъем. Важно ли изучать профиль трассы заранее? И готовиться к подъемам, спускам и так далее, проходить эту трассу. Можешь что-то из своего опыта? Скажем, если вы едете в Абу-Даби, то неважно. Ну, это понятно, что будет стол, да. То есть тут в большей степени нужно себя готовить к жаре. А что значит готовить? Ну, заранее, там, скажем, пропить минералы или соли. Ну, есть разные технологии, каким образом себя можно подготовить к тому этапу, где будет очень жарко и где будет очень большая потеря воды. Вот. Если же это, скажем, такой старт, как Экс-ан-Прованс, Экс-ан-Прованс, он, ну, такой рельефный и с большим, и с очень много поворотов. И если мы, еще раз говорим, если мы говорим о таком фане, если нам комфортно, то не обязательно ехать заранее. Но если мы говорим о том, что нам нужно бороться за призы, 100% нужно изучать эту трассу. Ну, к примеру, мой пример такой, что в том году я хотел зарегистрироваться на Экс-ан-Прованс, просто, ну, у меня у друга есть апартаменты, в которых я живу, на майские праздники он разрешает там жить. Вот, и мой клиент, мой ученик в том году делал Экс-ан-Прованс, и я заранее поехал, ну, хотя мне это не особо нужно было, я заранее поехал, покатал трассу, 3 раза проехал для того, чтобы в этом году, ну, я на ней стартанул. Я думаю, что я еще проеду пару раз. Потому что если ты знаешь трассу, особенно если это большие горы, где тяжело, где нужно потерпеть, у тебя, ну, мысленно ты можешь расставить точки, на которых ты понимаешь, окей, здесь точка, сейчас я здесь потерплю, а дальше уже все. Но если вы ездили на велосипеде долгие подъемы, если вы ездили в один и тот же подъем, примерно к 4-5 разу вы понимаете о том, что окей, тут вот немножко, сейчас осталось там 10-20-30 минут, час, и все будет нормально, да. Но тогда, когда вы едете первый раз, конца и края нет, когда это все закончится, и уже, ну, уже не в кайф, да, потому что это нужно знать. И интересно, что вот рельеф, которые там можно, допустим, в таксе есть программы или еще других программах, он не передает, конечно, то ощущение, которое есть. Вот, поэтому по возможности, первое,
Если это очень важно, если у вас есть возможность на это приехать и позаниматься на этой трассе, ну это, конечно, там упирается во время и в деньги. А второй момент, приехать чуть-чуть пораньше и проехать, может быть, 1-2 раза. Но в этом случае нужно посмотреть в интернете, потому что у каждой гонки есть свои точки, ну, где нужно обратить на них внимание. К примеру, в Экс-ан-Провансе точка не подъемов, ну, там есть в конце, примерно на 60-м, на 70-м километре подъем, но больше спуск. На спуске очень много можно проиграть, и спуск очень такой коварный, потому что поднимаешься долго, поднимаешься примерно 10-15 минут, и потом дикий спуск вниз. То есть ты устал, и на этом, ну, нужно управлять. То есть у каждой своей трассы есть вот своя изюминка, где это можно проехать. И об этом пишут много, ну, если вы понимаете, там обычно на английском языке, то об этом описывается, где, какую изюминку нужно пройти. Едешь на машине, окей, ну там желательно с кем-то, проехал 1-2 раза, все. И так практически в каждой трассе. То есть вот есть, у каждой трассы есть свои вот такие нюансы. Хорошо. Бег. А бег, ну опять же, то, что мы говорили в начале, или с велосипедом, примерно такое же распределение усилий. Вы начинаете свободно. Опять же, не забывайте, что вы уже устали к этому моменту. Ну, как правило, все устали. Не бывает таких людей, кто не устал. Но здесь нужно вработаться в свой темп. Мой совет, опять же, если вы там часами или с пульсом, это не должно быть быстрее, то есть не надо питать иллюзии о том, что окей, сейчас вот я такой сильный, я сейчас быстрее пробегу. Нет, но то, что ударит по ногам в какой-то момент, 100%, ну не бывает такого случая. У всех этот период кризиса, у всех он разный, но если он наступит у вас там, скажем, в начале, то будет очень сложно, будет очень плохо. Вот. И даже если вы прошли всю гонку пешком, ну, бывает так, да, то соберитесь на последний километр-два и все-таки ее пробегите и финишируйте, ну, уставшим, тяжелым. Но это очень важно для последующих занятий. Вот это прям очень важный момент. Последние 2 километра, или там километр, или даже 500 метров нужно бежать и устать. Вот, это важно. На чемпионате мира в Австралии тебя на беге вырубил. Все. Здесь на этой фотографии ты прибегаешь первым. Что здесь было по-другому? Как ты... Но чемпионат мира — это был такой ва-банк, потому что сложно управлять, но тем, что ты до этого, во-первых, не ощущал, потому что, как правило, это топовая форма, ну, в жизни, да, ну, то есть я был один раз на чемпионате мира, но это другой немножко, другая история. Вот. И под этим вот соусом ты немножко можешь потерять контроль. То есть, это что-то такое особенное, да, как эмоциональная очень сильная составляющая. Нет, ну, это не о том, что ты перегорел, это о том, что насколько ты можешь. Ну, вот, к примеру, да, то есть я выплываю первый, группа из там 4 человек меня достает, 6 человек меня достает где-то примерно к 15-му километру, до 35-го километра мы едем все вместе. Ну, разрешенный легальный драфтинг, там рядом с нами едет мотоциклист. Вот, и здесь я понимаю, что 35-го километра дальше идет холмы, примерно еще, наверное, на 30 километров и дальше опять прямая. Я понимаю, что я эти холмы знаю очень хорошо, я приехал за 2 недели. И здесь всегда в голове вопрос, а насколько ты хорош сейчас, да, то есть готов ли ты уехать один или не готов, или ты будешь сидеть или нет, а вдруг там хорошие бегуны, и тебе всего лишь нужно будет там, не знаю, там минуту, да, запас для того, чтобы выиграть. Вот, и то есть я туда ехал выигрывать, я не ехал туда я хотел быть в призах, но я ехал туда выигрывать, и поэтому другая немножко игра. Я принимаю, то есть я вижу, впереди меня человек уезжает, и я принимаю решение последовать его примеру и догнать с ним и вместе потом ехать. Что значит вместе? Это когда ты едешь на разрешенном расстоянии, но вы едете вместе. То есть это психологически намного проще, потому что скорость, поддерживаемая одним из участников, она постоянно, она такая константа. И кроме того, ты можешь делать, ну, так называемый легальный обгон, легальный драфт, да, то есть что это значит? Ты обгоняешь, другой оттягивается, ну и так далее. Это такая очень интересная штука, которая в принципе разрешена, потому что невозможно запретить, но это,
такой вот, ну, элемент очень интересный. Или там ты встаешь, пока ты оттягиваешь, ну, то есть у тебя есть какой-то период времени, там 20 секунд расслабиться, это уже отдых. Ну, вот. 2016 года правила ITU для любителей они воспринимались. Да, там больше. 10 метров и 20 секунд, сейчас 12 метров и 25 секунд, вот, что, в принципе, позволяет вам не получить штраф на велоэтапе, ну, потому да. что группу лидеров, понятное дело, сопровождают и их очень сильно контролируют, но любителям штрафы выписывают не из-за того, что они нарушили, а из-за того, что это небезопасно. Ну и вот, и мы приезжаем вдвоем в транзитку, то есть он впереди меня, я выбегаю первый. И здесь вот, ну вот, вот допустим, эта гонка, да, и все другие гонки, я бегу, я понимаю, ну, стоп, спокойно, то тут, в Австралии, когда ты выбегаешь из транзитки, 400 метров вверх подъем, и потом, соответственно, спуск, и ты бежишь первый, и это чемпионат мира, и ты думаешь, окей, может быть, пронесет, окей, потом... И ты, ну, разворачиваешь, ты смотришь, за тобой охотятся, да, люди тоже такие уже хорошие, вот, и на развороте, я понимаю, но, а вот этот момент тоже психологический, когда на развороте меня обогнало двое человек и тоже сели, то есть они впереди меня 50 метров бегут, и, ну, и то есть видно, есть просто в этом виде спорта есть бегущие, а есть едущие, есть точнее так, едущие и плывущие, а есть бегущие и едущие. Ну, другого варианта быть не может. Но топовые атлеты, когда они и плывут, и едут, и бегут. А если мы говорим про про, про любителей, вот как раз первый вариант. Или ты бежишь и едешь, а точнее, бежишь и едешь, или ты плывешь и едешь. Как правило, если ты можешь делать все, ты переходишь в про. Вот. Ну, это вот, это наши варианты, это вот мой вариант, это ровно. Когда ты бежишь, у тебя скорость постоянная или ты ее планируешь? Вот на этой гонке очень такая, ну, то есть каждая гонка для меня это такая своеобразная учеба, ну, какие-то моменты я очень сильно для себя в голове подчеркиваю, потом записываю. Здесь была очень прикольная вещь, что здесь очень была такая тактическая борьба, потому что очень много, это та гонка с половинки можно было отобраться на целую дистанцию. Но приехало такое ощущение, что со всей Европы все самые сильные, и еще там с Азии еще откуда-то поприезжали. То есть у меня было 4.08 время, второй был 4.12, пятый 4.15, еще 10 мест закрылось на 4.18, ну очень плотные результаты. То есть практически нигде в мире такой плотности нет, кроме чемпионата мира, конечно. Вот, и... Это Хэфэй. Хэфэй. Вот. Да. И здесь, конечно же, ну, там они так здорово сделали, там выбегаешь из транзитки, мост такой, ну, выбегаешь и разворот, и ты начинаешь читать, окей, вот этот бегущий, да, там, ну, так, ну, хорош, а этот с толстой задницей, нет, точно не, ну, то есть ему тяжело, то есть он такой. Особенно британцы примерно вот такого склада, да, они мощные, сильные, но не бегущие. Вот, и в моем случае здесь вот как раз был такой момент, что я держу, все, я чувствую, я побежал. И в этот момент, опять же, вот когда многие говорят о конкуренции или еще о чем-то, то есть примерно после 10-го километра я бегу на свой максимум. Ну, то есть вот все, это максимум, все, что я могу выложить. И, ну, я понимаю, что если человек меня догонит, там, 12-й километр, 15-й километр, то он просто лучше меня, да, он лучше меня готов. Я делаю все возможное. То есть, ну, и есть точки определенные, да, когда ты понимаешь, что, допустим, это вот уже из разряда, когда начинаешь выигрывать, начинаешь, ну, по-другому немножко расценивать гонку. Ты понимаешь, что, окей, если осталось 3 километра, это там 12 минут, грубо, да, то и расчет такой, там, ты смотришь 10 секунд там на развороте, 15 секунд, 30 секунд, сколько у него осталось. Понимаешь, что он там двигается со скоростью, к примеру, там на 5 секунд быстрее каждый километр, и тогда, а у тебя запас 30 секунд, то есть ты 15 секунд везешь, плюс ты прибавишь 3, последние 3, все, ты выиграешь. То есть я понимал, что за 3 километра, что я точно уже выигрываю. Вот, и здесь, конечно, расслабляешься и бежишь еще немножко быстрее, но, в принципе, на середине дистанции я уже бегу с максимальной возможной скоростью, которую я могу показать в данный момент, данную секунду. То есть это, как правило, тяжелое дыхание. Я понимаю, в моем случае я понимаю точно, что, ну, я могу держать этот темп, держать это дыхание, ну, там, ну, скажем,
наверное, минут 40, наверное. То есть, ну, такое. После Австралии тебя там после финиша на некоторых фотографиях видела, что ты уже прям... Меня вставило так, что а просто... здесь ты улыбаешься, да. И такое ощущение, что ты готов на второй заход. Не, ну, здесь, опять же, да, здесь такая история, что финишнуть нужно всегда хорошо. То есть это вот очень важно. Здесь вообще очень прикольная история была. Вот эти ребята, там за мной девочка, она говорит, а, вот она, видите? Она это выиграла, да? Обычно они, ну, они не дают эти ленты. Ну, по-разному, да? И она бежит, я беру эту ленту и ухожу с ней. И тут я вспоминаю, блин, да они же, наверное, не мне, а она, но для них очень важно, ну, для нас очень важно. Она в про, это первая девочка была, да. То есть ты еще и не свою ленту забрал? Как, не помню, чешка. И, ну, она там, и она на меня смотрит, она, типа, давай ленту мне, я уже все финиширую. Здорово тоже было. Как джентльмен привернул ленту? Не, я-то куда-то, все. Хорошо, слушай, здорово. В самом где-то в начале ты в том числе упомянул про восстановление. Обычно триатлеты восстанавливаются как? Ближайший ресторан, после финиша, еда, бокал. А у тебя что-то здесь абсолютно непонятно, и ты сейчас пытаешься нам про это рассказать. То есть да. Мы делаем все неправильно? Вот для меня был переломным моментом, ну я уже забегаю немножко вперед, отдыха, это то, когда я начал заниматься как раз вот со своим тренером, его зовут Любаш Белик, он, ну то есть тут уже давайте, просто это вот такое взаимосвязано, он известен тем, что из его учеников это Себастьян Кинли, это Энди Бёчера, Себастьян был, соответственно, вторым на коне и был чемпионом мира. Энди Бёчер, он был пятый на коне, и они, ну, чем они интересны? Тем, что они постоянно прогрессируют, они постоянно ищут что-то новое, интересное, вот. И когда я с ними стал заниматься, когда я посетил первый их сбор, и вот тоже интересная вещь, что, то есть я был разрешен вступить в их комьюнити после практически 2 лет занятий спортом, то есть они не пускают туда... Они не пускают туда чужаков, так скажем. То есть там примерно у всех один и тот же психотип, ну, примерно один и тот же. То есть что я имею в виду, да, все довольно спокойные, все понимают, для чего они там, никто никогда ни с кем не ругается. Но самое, что меня первое, что меня удивило, они всегда спят. То есть... Ну, то есть у меня так получилось, что у меня уровень такой между хорошего любителя, ну, любитель, да, я так застрял между любителем и про, и поэтому я так уже больше такой в про, сильный любитель и там с про. Вот. Слабый про. Ну, очень слабый про, да, или сильный любитель. Ну, то есть начальный уровень про, просто начальный уровень про для немцев это 5-6 место, тот, когда уже ты можешь зарабатывать деньги этим. Вот. 5-6 место пока для меня еще, ну, еще не было. Ну, в России ты немного заработаешь. Вот. Поэтому у них так, если ты не входишь в шестерку лучших на триатлоне, на постоянной основе, тогда нечего тебе делать в про. Ну, зачем? Вон, работай, зарабатывай деньги, тренируйся, а там посмотрим, как получится. То есть у них такой подход. Вот. Но интересно было следующее, да, что вот мы приходим с тренировки. Это мой был первый сбор. Я там беру компьютер, там у меня собака, жена была. Мы что-то идем гулять. Мы идем гулять, потом я там сажусь, пью кофе. Вот там следующая тренировка, они выползают сонные. То есть для нас это был такой странный очень момент. И потом, когда вечером, там в 9 часов, в 9:30 все, ну мы пошли. То есть для нас было странно, да, то есть я был по разной стороне баррикад, я ездил, есть компания ProTrainer, и я ездил как тренер, делая лагеря, но я никогда до этого момента не ездил как спортсмен на сбор. То есть я, в принципе, на сборы стал ездить лично для себя как спортсмен 2 года назад. До этого момента я ездил только как тренер, и в нашем случае это вечерние посиделки там с вином, хорошая еда, так проходят сборы. Я думаю, что у 99% любителей, ну, неважно, с кем, какой вы командой едете, или там, ну, неважно, не будем называть конкретно, да, скорее всего, это будет так.
Почему восстановление, ну, сон – это самая важная и первостепенная составляющая восстановления. Если у вас не будет сна, все, что вы не делаете, там, массажи, бани, еда, фармакология, ничего не получится, если вы не будете спать достаточное количество часов. Достаточное количество часов для меня в условиях сбора тяжелой работы 10, 11, вот так. Может быть, даже 12 иногда. И сон очень хорошо, ну, такой, я может, лайфхак, да. Если вы не можете заснуть днем после тренировки, значит, вы перетренированы. Если вы не можете заснуть вечером, вы перетренированы. Если вы хорошо засыпаете, то есть организм вас отдает, он отвечает на тренировки. Это вот очень важный момент. Вы должны спать, вы обязаны спать. Вот, понятно, что можно не спать, но тут уже о другом разговор, да, ради чего вы приезжаете туда, если мы все-таки говорим о результате глобальном, да, если мы говорим о тренировках, если вам, конечно же, это нужно, потому что я не уверен, что это многим нужно, вот, и то тогда первое, что нужно сделать, это организовать свой сон, это самое первое. Стёп, тут очень важный момент все-таки, люди, которые присутствуют в аудитории, они работают. Да, мы не профессиональные. Не, я говорил сейчас, я о сборе говорил. Как применимо к нам, когда ты утром должен встать, уехать на работу, выкроить время либо утром, либо днем, либо вечером, сходить потренироваться, потом еще не обидеть семью, уделить всем внимание, достаточность. Никто не должен пострадать на пути к нашей цели. Вот как здесь? Ну смотри, это очень сложно, но это называется тайм-менеджмент, да? Да. Понятно, что ну, это крайне сложно, особенно сложно в условиях там, большого мегаполиса, как Москва, когда ты проводишь, там, едешь в бассейн час, с бассейна на работу час, потом еще час. Проще уволиться. Ну, вот, то есть я поменял свою жизнь, да, я жил здесь в 5 минутах. Вот я жил на Усачёво, ну, я прожил практически 11 лет на Усачёво. То есть с этого года, опять же, да, ну с того года, точнее с августа, я переехал за МКАДыш, в район Немчиновки, потому что я понял, что ну, там Ромашково, Немчиновка, может быть, знаете эти места, потому что это мне удобно для организации моего спорта. То есть, ну, я работающий любитель, спортсмен. Вот, мне пришлось переформатировать свою работу, и где-то я потерял, но потом, в принципе, получилось так, что я нашел. То есть, ну, я для себя принял решение, я поменял, ну, условия жизни. То есть, хотя я, правда, жил здесь вот 5 минутах, все удобно, но вот организация была другая. Опять же, да, тут, ну, сложно, наверное, понятно, что если вы работаете 12-14 часов, и потом вам еще нужно заниматься. Ну, это очень сложно рекомендовать. Но очень, очень важный аспект, который я хочу вам сказать, о том, что если вы занимаетесь, скажем, ну, грубо там от 4 до 8 часов нормально при подготовке к триатлону, и там 10-12 часов, ну, скажем, вот так вот в этот диапазон, и если вы приняли решение добавить или интенсивность, или объемов часовых в занятиях, вы должны думать о том, как вы добавите во сне тоже эти часы. И в первую очередь, возможно, добавить во сне и отдыхе, только потом добавив количество часов, которых вы занимаетесь. Потому что если вы не обеспечите нужный отдых себе и добавите количество часов, ну, вы долго не выдержите. Организм не примет эту работу, не будет от этой работы никакой пользы. И первое, что я советую, с кем я начинаю работать, организуй свой быт, да, организуй свою работу, организуй свою семью. Потому что, ну, к примеру, да, все должны понимать в семье, что у вас есть там личный час, к примеру, да, тренировочный. Вот, все, в этот час ты тренируешься. Там есть час, ты, ну, как обычно, да, ты работаешь, там есть какой-то еще период времени. И ну, сложно, это правда сложно, но это возможно. Я очень много примеров, когда это возможно. Ну, триатлон в целом дисциплинирует, да? Но. Поставленная. Ты же организовал как-то. Ну, как-то. Да. Наверное, лучше себе рассказать, чем мне. Да. Поэтому, безусловно, там, выбрав себе какую-то большую цель, знаю, железный Ironman, 353, там почти год тренироваться, дисциплинирует вас 100%.
да, вы в какой-то момент реально это поймете, что жизнь кардинально поменялась. Вот, сейчас я извини, я в какой-то, я понимаю, что я в какой-то момент отказался от телефона, я практически не пользуюсь. То есть вечером у меня есть там днем полчаса, вечером полчаса, все, вот все. Просто это, если опять же, да, история вот про ребят, они не пользуются телефонами. У тебя нет телефона во время обеда, у тебя нет телефона только вечером полчаса. То есть они не тратят на это время. Потому что зайти в Facebook или зайти в Instagram — это 15 минут. Если вы 15 минут можете уделить сну в течение дня, это прекрасно. 15 минут — это как час поспать практически. Хорошо. Некоторые любители говорят, я поэтому-то в принципе триатлоном и занимаюсь, чтобы ни в чем себе не отказывать в еде. А как здесь действительно обстоят дела? Насколько важно питание для человека, который тренируется? Вот. Это как раз мое дело. То есть, смотрите, я пытался найти эту картинку, я ее не нашел. Это называется пирамида, ну, восстановления, наверное. То есть на первом большой блок — это сон, без него никак. Второй большой блок — это питание. Питание, диеты. Последние несколько лет я очень много стал этому внимания уделять. То есть у меня была большая проблема с весом, то есть из, опять же, там, с команды, когда мне получалось заниматься с профессиональными триатлетами, я самый большой был. И, собственно говоря, я и не пошел в олимпийский триатлон, я просто не смог, да, из-за того, что они все вот такие, а я, ну, другой. То есть я плавал на уровне там Саши Брюханкова или Димы Полянского, я ехал с ними вместе, но когда мы начинали бегать, все без вариантов. Просто из-за того, что у меня на 10 килограмм больше, ну или там на 15 килограмм больше. Вот. Питание — это огромный блок, и если вы думаете о том, что вы будете худеть за счет спорта, это неправда, это ошибка. Первые мои сборы вместе с... Первые мои сборы как тренера вместе с ПРО-тренер, когда мы выезжали с нашими с клиентами этой компании, а это было, как правило, там май или апрель, Майорка. Ну, кто был на Майорке, понимаете, да, там клубника, столы просто вот валятся. Я привозил, вот первый-второй год я привозил по 5 килограмм плюсом. То есть мы очень много, мы там занимались по 8-10 часов, и я плюсом привозил еще 5 килограмм. Можно же сослаться на тяжелую кость. Да, наверное, вот, ну, позволять плюшки себе очень нужно и очень важно, но здесь вот то, что я в последнее время делаю, это просто нужный момент, тот там, когда это нужно. И иногда... У тебя соревновательный сезон, ты используешь сахар или нет? Я не ем сахар как таковой сахар, но иногда, так, ну нет, можно сказать, что не ем, но... То есть в моем случае следующая, да, история, что, то есть я пытаюсь организовать себе более-менее правильное питание и то питание, которое отвечает моим энергетическим запросам и тем той цели, которую я преследую. Вот и в последнее время я очень много изучал, что связано, знаете, может быть, там белок, углеводы, последовательность, загрузка и так далее. То есть, к примеру, общепризнанная история, если вам перед большой длинной тренировкой поесть большую тарелку каши овсяной, оказалось, что это полная ерунда. Да? Отвечать нужно, первое нужно ответить, для чего, зачем, когда. То есть, другими словами, организм человека — это, ну, определенный аппарат и определенный механизм, который создает определенную силу или энергию, да, но это, для того, чтобы это произошло, нужно его запитать на этом. Если мы говорим, скажем, о длинном триатлоне, то это 100% там практически, ну, вот едешь на жирах. Если ты жуешь кашу с сахаром, то ты автоматом включаешь углеводный обмен. Ну, такая есть история очень длинная. Вот, то есть есть разные моменты. Я ем сахар, и я ем эти плюшки, и я очень их люблю. Вот, но я позволяю тогда, когда я, допустим, ну, грубо там, проехал 2 часа, то есть вкусный кофе, красивый вид, там, где-то ты сидишь, в России не ем, где-то...
Ну, хотя вот в Крылатском, если мы там откатаем большую тренировку, то, наверное, я могу себе позволить. Но немного. Ну, то есть, какое-то умеренное очень количество. Я очень сильно полнею от этого. То есть, если я начинаю включать, это когда период отдыха, там, ноябрь, ну, я говорил уже, да, там, 4 недели, ну, типа, из разряда 4 килограмма в легкую, и потом еще плюс 4 через еще пару. Ну, прям вот в легкую. То есть, для меня... Лично для меня сахар и мучное, когда одновременно, это катастрофа. Прям вот катастрофа. Я думаю, что ты не исключение, да? Да. Хорошо, что ты признался, что ты плюшки ешь. Я вот это упробовал. Все, что было до этого, это, знаешь, про супергеройство. Ну, потому что действительно там человек, который делает полужелезную дистанцию за 4.08 и поставит цель сделать 8.40 на железной дистанции. Вот что-то человечного можешь рассказать? У тебя семья есть? Да не, на самом деле, то есть, окей, то есть я стараюсь вести такое, ну особенно вот сейчас, да, особенно вот с этим проектом, особенно вот, просто я сейчас пришел к той точке, когда я и сам понимаю, и окружающие начинают уже оценивать как меня больше как про, нежели чем как любителя, вот, и, ну это, наверное, вот тот период, когда и в конце сезона мы примем решение, ну или я приму решение, все-таки что я хочу, да, попробовать себя как про, или может быть все-таки есть смысл остаться, потому что вот сейчас вот на последнем сборе, когда мы были в Фэнтавентуре, там, знаете, может быть Нильс, он выиграл несколько раз Ironman, там, или, ну вот, Ронни, который выиграл 9 раз Цюрих, да, и мы, ну я понимаю, что мы разговариваем на равных, и... Но я тоже одновременно понимаю, что мой уровень физического развития, он не дотягивает до их уровня. А мне не интересно быть... То есть, ну, к примеру, да, мы едем там какое-то количество метров, километров на велосипеде, и я не могу сидеть сзади, я понимаю, что мне тяжело. Я не могу с ними бегать, ну, скажем, их средний темп, просто кроссы по 4.30. Для меня это дико, ну, то есть я не могу. Я понимаю, что физически я, ну... Я не там и еще не буду какой-то период времени там, хотя у меня есть возможность. Вот. И для меня это очень важно. Но одновременно с этим, вот хороший вопрос, ну, позволяю ли я себе какие-то нормальные вещи? Да, позволяю. И это все позволяют и считают это нормой. То есть, если вы думаете, что профессиональные атлеты не пьют пиво, не пьют вина там, или не едят сладкое, это огромное заблуждение. Они очень много едят сладкого, невероятно вообще много едят. И вот я думал, что я мало, ну много ем. Это вот просто разница огромная. У нас был один товарищ, и были вегетарианцы, еще был веган. Веган съедал, ну, короче, у него рекорд 52 банана. То есть я спросил маленьких, он нет, говорит, вот таких. То есть реально он съедал. Ну вот если я съедал вот такую тарелку, да, и пытался все закончить на этом, то он съедал таких 5, и там еще потом, еще сверху, ну то есть, ну очень много едят. И опять же, да, вот то, что касательно, ну, сон и еда, едят невероятно много. Для себя, мне кажется, что я сделал такое открытие, что когда ты в маленьком весе, и ты хочешь оставаться таким же, и ты много тренируешься, и тебе не нужно делать изменения, можно есть столько, сколько угодно, если ты занимаешься, все это уйдет. Но если ты хочешь худеть, то, ну, без лишений не получится. И поэтому, ну, известный факт, да, если вы выпьете немножко вина, ну, то потом сыгра захочется. Вот. И для меня, если я, допустим, вечером вижу что-то, кусочек какой-то в холодильнике, ну, если я его возьму, холодильник будет пустой, 100%. Вот прям вот 100%. И я знаю себя, я понимаю, что если, ну, то есть я прошу свою жену, если у меня, она ест очень много сладкого, там, все что угодно. То есть я прошу, чтобы я это не видел. Ну, для меня важна зрительная вот эта история, да. Чтобы никто не провоцировал. Тебя не поддерживает, то есть начинаешь. Да, вот, ну, опять же, это та же самая история, связанная с организацией времени, та же самая организация со своими близкими. Близкие должны понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь и как долго ты это делаешь, да? И помимо того, что ты занимаешься спортом, ты должен и давать им. Если вы едете на сбор, скажем, со своей второй половиной или с детьми, вы должны понимать, что вы тоже должны им уделять времени. И они должны понимать, когда вы соревнуетесь или там отдыхаете, тренируетесь,
Ну, то есть это не надо превращаться в профессионального атлета и заниматься этим с утра до вечера. Даже профессиональные атлеты уделяют очень много этому семье время. И вот сейчас у меня есть один знакомый, Морис Кавелл. Он был, в том году по вторым местам прошел очень хорошо, очень талантливый. Год назад я думал, что он станет чемпионом мира когда-нибудь. Но он там в Скинли занимается, он был спонсируемый атлет от Скотт, от многих разных компаний. Но у него родился ребенок, вот на этом сборе мы сидим вечером, сидим днем, я пошел попить кофе, и он играется с песочницей и засыпает. Но он говорит так, что окей, то есть это моя семья, я должен ей уделить время, я обязан это сделать. Будет другой сбор, я буду один, я буду легионером. Да, сейчас я позанимался, все, они меня ждут, да. То есть это очень важно отдавать этому отчет. Но и семья должна поддерживать. Если вам там жена или муж говорит, слушай, чем ты занимаешься, да вообще, зачем тебе это надо, то это невозможно, это бесполезно, невозможно это продолжать. Смотри, на самом деле у нас пролетело незаметно полтора часа, и мы можем, конечно, уйти и в ночь, потому что твоя презентация на этом не заканчивается, там еще целая куча слайдов, но, друзья, просто, наверное, в дань уважения тем, кто приехал после работы сюда в поздний час, давайте вопросы, если они есть. Хорошо? А потом перейдем в свободный режим, Степа, еще, наверное, останется минут на 10-15, пожалуйста. Степан, такой вопрос. Можешь рассказать о своем годичном цикле тренировок, если он есть? Есть ли понятие межсезонье? Есть ли, например, период, когда ты мало тренируешься, ты много отдыхаешь? Или периоды, когда ты какой-то один вид спорта тренируешь? Угу. Обычно это конец сезона после основного старта. В данном случае, в том году был конец сезона после Китая. У меня вместо Китая должен был запланирован быть Малайзия, Ironman, но мы отказались, потому что была возможность стартануть в Китае. Вот. И после этого я отдыхаю, но обычно отдых происходит, это зависит от года, от интенсивности года, от количества стартов. От 2-3 недель, позатом у меня было, я много стартовал очень, потому что после травмы я отдыхал где-то 6 недель, наверное. То есть, что значит отдыхать? Ничего не делать. Вообще не тренироваться. Период, когда ты должен выключить полностью спорт. Вот. Количество недель обусловлено интенсивностью и количеством соревнований, которые ты провел в течение года. Ощущения примерно такие должны быть. Сначала тебе хочется заниматься, потом тебе уже как-то непонятно, потом тебе уже не хочется заниматься. Вот, и потом тебе опять хочется заниматься. Вот когда тебе опять, уже можно начинать. То есть у всех по-разному. Я думаю, что в среднем это 4 недели. Это делает практически каждый профессионал. Практически. Вот. А то, что касается, вы, наверное, спрашиваете там мезоциклы, макроциклы, да, вот эти, Да, или какой-то период, когда только один спорт. Есть такое, но не так. То есть это все-таки же триатлон. Но это обусловлено направленность занятий, обусловлено средой. То есть, к примеру, сейчас тренировать велосипед, глупо, по-моему, да? Что значит тренировать велосипед? В моем случае это много часов езды. Или наоборот, когда ты приезжаешь, допустим, в теплую страну, там много плавать или много бегать, тоже как-то не вариант. Можно кататься, зачем? Вот, и этим обусловлено все. И мы обычно делаем 2-3 недели, одну неделю снижаем. 2-3 недели, одну неделю снижаем. Есть вопрос? Скоро уже велосипедный сезон откроется, уже появились. Мы уже катались. Да, вот если говорить, например, о старте в Сочи в июне, и осталось совсем немного времени, чтобы успеть выйти на улицу. Сколько вы видите, реально нужно объем катать на полужелезную дистанцию в неделю, чтобы, так сказать, набрать на улице? Давайте я скажу свой опыт. На мой взгляд, трек, если вы говорите о велокольце, то физической силы он не дает совсем, если вы не делаете отрезки. Совсем. У меня было один год, я катался там из разряда 50 км в час, поехал на гонку и вообще никакой, 35 еле ехал. Был такой период времени. Для всех по-разному. Я себя чувствую скорость и силу после того, как я наберу 4000 км.
Это начальный уровень для меня. Ну, вот сейчас останется полтора месяца. В каком режиме тренировать бел, чтобы, так сказать, набрать вот то, что не набрано на улице? Вот, ну, это, знаете, это вот как вот гадать по фотографии. Я же не знаю, что вы сделали до этого. То есть я могу сказать, если вы занимались в зале и скрутили станок, или ездили на фэтбайке, или вы делали лыжи, много лыж, да, то тогда можно сказать, ну, представим, что это такой момент, то тогда, ну, вы должны набрать тот объем, который необходим вам для, для прохождения этой дистанции. 90. Да нет, смотрите, вы должны несколько тренировок сделать, чтобы у вас были там 80-90, ну, как минимум 2 тренировки, ну, в смысле, 80-90 за одну тренировку, 2-3 раза. А до этого вы должны туда прийти, там, 40 проехать, 50 проехать, 60 проехать, опять 40 проехать, 80 проехать, опять 60, потом проехать 90 и еще пробежать десятку. Вот сколько вот вам хватит времени вот на это, плюс восстановление. То есть вы, ну, на мой взгляд, вы не имеете права проехать сразу 90 километров. Если вы раньше этого даже в тренировочном режиме не делали. Последовательность должна быть. Этот сезон отличается от того, что я сейчас готовлюсь к марафону, у меня практически нет вела. Я выиграл, но я не могу совмещать. Ну, мало, много вела. Ну, смотрите, смотрите, многие триатлеты готовят, ну, многие вот эти профессионалы, олимпийцы, они или много бегают, или наоборот мало катают. Я думаю так, вам наверняка не имеет значения, ну или точнее вас не будет смущать, если вы немножко медленнее сделаете велоэтап. Ну и сколько получается, столько и катайте. Имейте в виду, что вам нужно 2-3 тренировки про сотку проехать и готовьтесь, пожалуйста, к своему бегу. Но 100%, что у вас не получится супер результата, 100%. Ну, зато вы сможете финишнуть, ну окей. Сочинская трасса, велоэтап, он, казалось бы, так простой. Он довольно тяжелый. Те, кто его сделали, Степан как раз был вот сам, ну, первым чемпионом Ironstar 2015 года на полужелезной дистанции. И все, кто вернулись с этого велоэтапа, сказали: ребята, это просто какой-то кошмар. Потому что это техническая трасса, к ней нужно быть готовыми. Может быть, какие-то лайфхаки, которые ты вот... Там, знаете, какая история? Там первое, это ментальность. Ну, ментально мне не нравится этот раз, честно скажу, да. Потому что ты едешь в, ну, заборы кругом через переходы, и ты вот едешь и едешь, вот, ну, едешь и едешь, прямая, 45 километров в одну сторону, 45 в другую. Ну, вот это тяжело, если там, скажем, повороты, какие-то там виды. Когда голову не поднимаешь, а так красиво. Там горы. Вот. Я. Плюс ко всему тоже интересная штука, что ветер может дуть встречный. И получается такое ощущение, как в гору едешь. Вот. А обратно, наоборот, все проносится быстро. И примерно километров за 15 опять сильный такой, сильный ветер. То есть, когда ты оттуда едешь, ты его не чувствуешь, потому что ты еще в таком, ну, в одышке. А потом ты вот, ну, вот по дороге. А обратно, последние 20, когда ты уже устал, еще и сильный ветер. Ну, то есть вот такая специализированная очень штука. Погодный фактор будет присутствовать всегда. Многие, тем более в июне, скорее всего. Кто вернулся и кто сделал эту трассу, они, особенно в сентябре, сказали, ну, это такое российское кома. Она нелегкая. Она нелегкая. Она может быть очень жарко, это роза ветров, это может быть смена погодных условий. Так что нужно просто готовиться к тому, что это не будет легко. Но да. Там, ваш выбор... Но подготовиться несложно, это вот просто, ну, там, тяжелая передача и все. И плюс вы можете приехать чуть-чуть пораньше и покатать эту трассу. Еще вопросы, пожалуйста. Кстати, Степан, а скажи, пожалуйста, что ты думаешь на тему углеводной загрузки, вот, которая подразумевает строгую белковую диету и потом уже углеводы? Вот это существует такая штука. Опять же, вот я не помню фамилию, Томас, который три раза, первый немец, который выиграл три раза Кону, он использовал, и я спросил его об этом. Нет, там делается так, за там 4 дня, 5 дней сидишь только на белке, ну, там минимальное количество углеводов, там от 100 до 300 грамм, и потом последние 2 дня начинаешь загрузку. То считается, что таким образом ты... То есть здесь, отвечая на этот вопрос, нужно понимать, для чего, сможешь ли ты это организовать, и что это тебе даст? Вот. Это связано с увеличением запаса гликогена. Вот. Но здесь два очень важных момента. Первое. Все-таки любители едут на более низких пульсах, или теории должны ехать на более низких пульсах.
Вот. И нужен ли тот запас гликогена или увеличенная запаса гликогена на 10%, то, что дает эта теория, по-моему, 10%, 10-15% увеличено. Нужно ли это или нет? Потому что мы можем обеспечить это количество одним дополнительным батончиком там, или гелем. Но с точки зрения организации и возможности промаха несоизмеримо. То есть, да, взял батончик сюда или что-то пойдет не так. Ну, вот. То есть, мое мнение такое. Если это работает для вас, то, конечно же, нужно это использовать, если вы это уже делали. Я спросил, потому что у меня было оба варианта. Я не делаю. То есть, я не рискую. Но то есть, я считаю, что это довольно рискованно. С питанием, конечно, это всегда нужно все заранее планировать именно исключительно. Надо тестить, да? Вот то, что вот я делаю с ребятами и самим собой, я тестирую все заранее. Есть маленькие соревнования, в которые мы можем протестировать. И, как правило, когда ты уже на... Вот сейчас, допустим, мы бегали какое-то два дня назад, как там, бурлящий март, там что-то такое, да? Но идея была не в том, чтобы его пробежать, а идея была вот, ну, для многих просто ощущение вот эти, что ты делаешь за два дня, что ты делаешь за день, как ты приходишь, как ты разминаешься, как ты себя чувствуешь, как ты стартуешь, где ты расположен. Вот в этом очень важно. И это должно вот как рельсы, да, ты должен знать, что делать. И тогда отвлеченные факторы маленькие, они будут влиять, безусловно, они всегда есть, но ты уже понимаешь, как ты идешь, и тогда они тебя не сильно будут сбивать. Вы про силовую тренировку в зале или... Ну, окей, давайте, ну, может быть, я попробую объяснить. То есть я пробовал разные схемы приезда, за сколько дней приехать до соревнований, может быть, этот ответ. То есть для меня удобно, если старт в воскресенье, приехать в среду или в четверг. Ну, если об этом речь, да. До этого момента, ну, то есть я пробовал две недели, неделю. То есть вот у меня в том году был старт в Норвегии, я приехал за неделю, я перегорел там 100%. А тренировка тогда последняя? Ну, а как, ты все время тренируешься? Силовая тренировка в зале, тренажерном или где? Нагрузка, но я не знаю. Расскажи, старт воскресенье, что у тебя среда, четверг, пятница? Ну, смотрите, то есть несколько лет назад по книжкам я прочитал о том, что нужно 3 недели сбавлять нагрузку до большого айронмена. Вот, до полуайронмена 2 недели. Но я чувствовал, что что-то не так, потому что я начинал слишком много отдыхать, и организм начинает перестраиваться уже в другую сторону. Сейчас мы сбрасываем, ну, начинаем сбрасывать объемы за 2 недели, но все еще интенсивность высокая. И только примерно за неделю, ну, мы, то есть вот такой подход, за неделю, ну, сбрасываешь, но он очень индивидуальный, потому что кому-то нужно долго отдыхать, особенно если вы долго не стартовали, а кому-то нужно, вот есть просто такие организмы, когда вот очень много тренируются, день отдыха, следующий день предстартовый, легкая разминка, все, пошел. Вот есть вот такие. Есть вот, ну, в моем случае, и я считаю, что это одна из правильных теорий, тогда, когда ты делаешь, ну, какую-то работу, 2 недели, неделя, ты еще продолжаешь интенсивность, но уже начинает объем падать, неделя, все падает, и потом, ну, вот, ну, знаете, да, есть подводящие, есть, ну, обратная пропорция, есть снижающие. Ну, короче, я делаю вот так, ну, и начинаю за день набирать, то есть, чтобы организм опять проснулся. То есть, он уже отдохнул, и он начинает просыпаться. Кто-то делает перед самым, сбрасывает и вот идет выступать. Кто-то держит, кстати. Есть такие индивидуумы, которые там за сутки едут 100 километров. Есть тоже такие. Это все делается в течение сезона. Мы делаем разной длины эти отрезки. И для меня там тестовая серия, если это длинная дистанция, или там 2 по 20, 2 по 30 минут, но это практически вот та мощность, та скорость, на которой я, скорее всего, буду ехать длинную дистанцию. Но есть такие, как сказать, опорные точки,
на которые я ориентируюсь. Если касательно тренажерного зала, я много делаю тренажерного зала. Это обусловлено моим прошлым и обусловлено большой массой тела. Если я не делаю тренажерный зал, результат сильно начинает проваливаться. Для меня это важно. Да, извини, как раз по этой теме вопрос, а как ты считаешь, в зале какая нагрузка должна быть? Больше статики, чтобы так называемый медленный волокна развивать, или же не имеет значения, нужно... Очень индивидуально. Прям вот очень-очень индивидуально. Но идея следующая. Вы должны делать стресс. И достигнете ли вы... Вот у меня есть видео, да, где там приседаю 140 килограмм. Ну, полная чушь, да? Почему? Потому что... то есть не надо это повторять. Для меня это комфортно. Для меня это тяжело. Но для меня также может быть комфортно и 80 килограмм, и тяжело тоже. То есть вот это больше такое, знаете, такое показуха такая, да? То есть вы должны достигнуть того момента в тренажерном зале, что вам стало тяжело, вам стало больно. Тогда смысл тренажерного зала, знаете, какой нет? Смысл тренажерного зала следующий. Первый – увеличить силу. Второй – это травматизм. То есть тренажерный зал, он усиливает, грубо, да, усиливает связки. И третья очень важная функция – это восстановление. То есть тогда, когда вы делаете тренажерный зал до болевых ощущений, и они болевые ощущения могут возникнуть и от статики, и от статодинамики, и от динамики, и от любой другой нагрузки, происходит большое выделение гормонов. И вот под этим действием, а вы знаете, да, что аэробные виды спорта ущемляют эту функцию, они угнетают количество гормонов. Вот. Происходит очень хорошее бурное восстановление. И поэтому многие физиологи, и я это практикую, тоже считаю, что это правда, делают тренажерный зал 1-2 раза в неделю. Это даже на самом деле может быть йога. Это тоже такая своеобразная, хорошая работа. А после тяжелых тренировок, длинных аэробных тренировок, я имею в виду, или перед днем отдыха. Прям вот очень-очень важно. Особенно важно для мужчин за 40. Это вот прям вообще очень важно. Это все связано с гормонами, с тестостероном. И это практически одна... То есть мы можем достичь примерно схожую историю, когда мы там выступаем на соревнованиях, выброс большой идет. Но тренажерный зал – это такая идеальная вещь. Многие сильный, много делают. Значит, быстро. Во многих случаях – да. Особенно вот сейчас, в последнее время – да. Значит, во-первых, то, что сегодня Степан рассказывал, конечно... Там каждый для себя что-то взял в виде определенных тезисов. Наверняка, я надеюсь, что каждый нашел что-то полезное для себя. Те, кто не нашел полезное для себя, у вас будет возможность еще остаться. Здесь я стою буквально 15-20 минут, еще готов индивидуально поотвечать на эти вопросы. Что важно прозвучало сегодня для нас, для любителей, это важно уметь слушать свой организм. Россияне, люди простые, у нас инстинкт самосохранения, он чуть ниже плинтуса. Поэтому если мы во что-то входим очень активно, то мы тренируемся практически до потери пульса. А потом пытаемся показать какой-то мега большой результат. Очень мало людей проходят хотя бы банальные медицинские тесты, функциональные тесты. Они, как правило, с места в карьер. Да, поэтому вот, наша-то задача, и там Степа в том числе, и наших друзей из Элла Брайминга Свиминга, это рассказать о том, как правильно тренироваться и не умереть желательно. Потому что у вас есть семья, вас ждут дома, вы должны, по сути, доставить удовольствие не только себе по прохождению той или иной трассы, но еще и показать какой-то пример для тех людей, которые вас поддерживают. Поддержка семьи, сегодня тоже это прозвучало, это очень важный фактор. Если вас никто не поддерживает, то вопрос надо задуматься, может быть, не тем видом спорта занимаетесь. Да? И семью поменять, это лучший сценарий. Лучше, вот я всегда говорю, триатлон – это семейный вид спорта. Это всегда здорово приехать с друзьями, коллективом, с семьей, с детьми. Дети смотрят, чем занимаются их родители, растут новые герои, и это вот действительно какой-то эффект синергетичный такой, да? Постановка цели. Вот ты сказал 8.40. Цель одна на год, и ты работаешь на нее. Все усилия направлены для того, чтобы этой цели достичь.
Если нужно общение, вот со Степаном, по крайней мере, я всем рекомендую подписываться на его Инстаграм, подписываться на Фейсбук. И знаю, что Степа там всем отвечает. Стараюсь. Если вдруг, да, какие-то вопросы возникают, в рабочем режиме можно туда, собственно, засылать. Ну и там, не знаю, собственно, коллеги-то, да, вы же что-то здесь подготовили, подготовку к дистанциям вы открываете в ближайшее время. Кто-то уже наверняка зарегистрировался и имеет цель на 2017 год. Если нет, тогда наши друзья из I Love Triathlon, I Love Swimming, I Love Cycling готовы поставить вам эту цель, помочь с ней. Вот. Ну и, собственно, что у нас? Старт программы 31 марта на спринт, на полужелезную дистанцию. Старт программы на Олимпийский триатлон, который состоится в Сочи у нас в конце сентября, 12 июля. Российский сезон у нас открывается вообще по всей стране триатлона. Первые выходные июня. Наши друзья в Бронницах проводят шикарный домашний старт. Те, кто хочет уже позагорать и накупаться вдоволь, те приезжают в Сочи. Мы будем там рады всех видеть. Вот. Ну и, собственно, наверное, что? Хочется всем нам сегодня пожелать удачного 2017 года, этого летнего сезона, всех тех стартов, которые мы запланировали. Я хочу поблагодарить тебя, Степа, за то, что ты выбрал время. Знаем, что буквально эту неделю ты снова улетаешь на большие длинные сборы. И нашел время поговорить с нами, постречаться и поделиться своими личным опытом. Давайте, ребят, поаплодируем.